Черный аист. Крупная птица встречается в гнездовой период в лесных стациях, как правило, самых глухих, редко посещаемым человеком участках леса, в прибрежной полосе лесных старец и других водоемов, на открытых водных участках лесных болот, в горных местностях отмечается до 3000 метров над уровнем моря, в период миграции над открытыми пространствами. От белого аиста отличается большей стройностью телосложения, несколько меньшими размерами, преобладанием черных тонов в оперении, заметно более скошенным к вершине профилем клюва. Необходимо отметить, что из-за скрытного образа жизни аиста и его незначительной численности сведения о нем на пространстве ареала весьма скудны. В лесной зоне черный аист выбирает для гнездования наиболее глухие удаленные от жилья человека участки леса – уремы, черноошанники, долины небольших лесных рек, окраины вырубок и гарей, спелых и перестойных сосняках. В районе гнездового участка аиста должны находиться заболоченные лесные водоемы, чаще всего небольшие озера и старицы. Участки главным образом низовых болот с открытым зеркалом воды, где птицы добывают корм. Черный аист гораздо меньшей степени общественная птица, чем другие виды аистов. Он никогда не гнездится колониально. Черный аист – плотоядный вид, питается в основном рыбой, лягушками и реже насекомыми.